Далек от экономии и главный радикал Олег Лешко. После роскошных австрийских каникул он вернулся в страну. Напомню, специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают его в незаконном обогащении. Наши журналисты встретили народного депутата в международном аэропорту Борисполь, поинтересовались, что за срочные дела были у него в Вене и курорт на Макларен-Фурте в альпийских предгорьях. В ответ прозвучал лишь поток неэфирной брани. Фейковые каналы, хреновые, пошел к матери. Ни о целях вояжа, ни об источниках доходов на это путешествие в компании друга и кума Юрия Сухина и киевского студента Даниэля Лайса Олег Лешко не рассказал. Как не рассказал ранее детективам НАБУ о том, откуда у него и у его сожительницы 20 миллионов гривен на приобретение элитной недвижимости, в частности, вот этого особняка под Киевом. Напомню, никто из радикальной четы официально бизнесом не владеет. Ранее Олега Лешко и его однопартийцев в активной торговле голосами обвиняла коллега по парламенту Надежда Савченко.